Друзья, приветствую вас. Демонстрируем вашему вниманию климатическую водяную потолочную систему отопления, которая позволяет снижать расходы на отопление ежемесячно, а также уменьшать капитальные затраты при закупке котельного оборудования. Значит, данная панель работает следующим образом. Вот у нас демонстрационный стенд для понимания. Котел может быть любым. В данном случае для демонстрации и для мобильности мы использовали электрический котел. То есть вы видите электрический котел, вы видите насосную группу, вы видите расширительный бачок и систему управления. То есть котел нагревает воду, жидкий теплоноситель, нагнетается с помощью насоса в панель, проходит по трубкам и через излучающий экран преобразуется в низкотемпературный луч, который, проходя сквозь воздух, его не нагревает, упирается в поверхности и нагревает поверхности, то есть пол, стена, потолки. Панели работают отлично с высотой до 40 метров, поэтому если у вас здание высокое, это решение вам подойдет. Ну и в принципе для невысокого решения тоже оно подойдет и тоже будет энергоэффективно, но если речь идет о максимальной экономии, то с точки зрения экономической целесообразности вы это заметите, ощутите этот эффект, если у вас большое высокое здание. Максимальная температура теплоносителя в нашей панели 95 градусов. Но хочется вам сказать, исходя из анализа и сбора обратной связи с разнообразных объектов, средняя температура в отопительный сезон, средняя температура теплоносителя, я имею в виду, не превышает 50-60 градусов. То есть, когда здание все прогрелось, панели работают бесшумно, без сквозняков, без подвижности воздуха, а температура теплоносителя 40-50 градусов. Вот такие средние режимы, поэтому котел работает также, без напряга, так сказать, на лайтовом режиме. Меньше платите ежемесячно, меньше воды в нашей системе, не нужно обслуживать, отсутствует подвижность воздуха. Если у вас панорамные стекла, если у вас торговый центр, допустим, то наши, точнее волны от наших панелей, они нагревают поверхность стекла и исключают конденсаты из запотевания. Сейчас у нас добавился еще один элемент, это световой, ну, светодиодный светильник энергосберегающий также, который позволяет снижать еще расходы на освещение, поэтому мы добиваемся результата энергоэффективного здания, где вы будете меньше экономить на отоплении и на освещении. На освещении можем рассказать отдельно. Вкратце, мы уменьшаем количество световых точек в помещении с сохранением светового потока. То есть добиваемся таких результатов при помощи особенной линзы и диодов нового поколения. Поэтому вы получаете полностью энергоэффективное, при необходимости автономное здание, которое позволит вам уменьшить стоимость владения объектом. Если вас заинтересовала данная система, пожалуйста, оставляйте заявки. Пишите, звоните, подписывайтесь на наш канал. Если необходимо будет, мы можем отправить вам список реализованных объектов в вашем регионе. Поэтому мы максимально открыты. Те, кто нас знает, доверяют нам. Поэтому если вам интересно, как это все работает, сколько у нас объектов и какая вообще схема работы у нас, пожалуйста, обращайтесь. Мы будем на связи и готовы будем с вами обсудить любые вопросы.